Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорные прохождения с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения игры в жанре, можно сказать, квеста совместно с сурвайвал-хоррором, просто хоррором, вот, там, японского такого. Игры, в общем-то, Corpse Party, Blood Covered, Repeat at Fear, полное такое, в общем-то, это название этой игры, потому что эта игра является таким своеобразным даже ремейком оригинальной игры, которая давно, в общем-то, выходила. Где-то, наверное, даже, по-моему, 90-х годах, что ли, или начале 2000-х, я не помню точно. Эта самая игра вышла, по-моему, в 2012 году. И спустя там, по-моему, год, что ли, вышел уже красный перевод в 2013-м. Хотя мог ошибаться, может, я там уже что-то напутал. Ну, в общем-то, игра ремейк оригинальной игры Corpse Party. Здесь, конечно, видно, что здесь, конечно, и улучшены там спрайты персонажей. Ну, это как в случае с когда патч Цикады. Там тоже, в общем-то, была версия обычно оригинальная, с оригинальными спрайтами персонажей, теми вот модельками персонажей, так называемыми. Там и с улучшенными модельками, и в том числе там с музыкой, в том числе новые добавленные, с новыми саундтреками. Версия Мацури называлась, в общем-то, в отличие от оригинальной. Здесь то же самое. Много чего очень улучшено, и спрайты модели персонажа, и музыка нам как-то новая добавлена, ну и так и еще какие-то мелочи определенные. Так, в общем, мы проходим вторую главу, за персонажей уже зовут их, по-моему, так, посмотрите-ка, менюшка. Так, Йошики Кишинома и Аюми Шинозаки. Вот за этих двух персонажей мы играем в данной главе. В первой главе мы играли за Наоми и Сейка. И как помните, в первой главе в конце там Сейка погибла, а Наоми выжила, но что там с ней случилось дальше, неизвестно. А здесь же говорим за другие персонажи, и даже игра в чем-то похожа на еще одну японскую игру, которая является таким даже предшественником Resident Evil от тех же разработчиков Capcom. Называлась она Sweet Home. По-моему, Resident Evil даже в итоге мог бы стать второй частью этой игры, но в итоге появилась Resident Evil игра. Всем известная серия, которая в дальнейшем уже развилась уже до многих игр, до 8 игр, до 9 игр, в общем-то, в основной линейке серии. Ну и там плюс ко всему еще есть спин-оффы всякие, там есть дополнения и там подобные. Даже мультиплеерные проекты наподобие не очень плохой игры Umbrella Corps и в том числе еще кооперативные там отдельные там подобие Operation Raccoon City. Ну, в общем-то, и так далее, ладно. Вот, так, в общем-то, эта игра очень похожа на Sweet Home. Так, в общем, начинаем. Так, продолжаем. Точнее. Так, как выйти-ка. Назад. Ну что ж, так, мы, по-моему, с этого места, когда закончили. По-моему, снизу шли. То есть не снизу, получается, ну, с этого, в общем, отсюда как раз шли. Теперь пойдем в сторону как раз этого вот медкабинета, где, в общем-то, Наоми в первой главе встретилась с призраком, каким-то жутким призраком. Возможно, какой-то медсестры, не знаю, кого-то вообще. Такой, в общем, черной тенью. Это могла, в общем-то, не потом сбежать, но в итоге разделилась со своей подругой Сейка. И потом, в общем, закончилось тем, что Сейка погибла, повесилась. На самом деле, неизвестно, она это сделала, кто-то еще помог ей. Ну, потому что все-таки бы они попали, в общем, в такой мир потусторонний, всяких призраков. Созданные, в общем-то, девочкой, как обычно. Даже чем-то схожие с девочкой мертвой, в общем-то, этой Сачика, которая упоминалась в начале даже игры. Ну, в общем, есть, конечно, история постепенно будет раскрываться. Кто эта Сачика, в общем, почему она, в общем-то, умерла там, почему этот мир появился, в общем, по какой причине. Оно, в общем, похоже, чем-то есть с аналогией с Фер, со серией игр Фер. Там тоже, в общем-то, в центре сюжета маленькая девочка, которая постепенно там, в общем, проводили эксперименты, как многие, думаю, знают, проходил эту игру. Я, в общем, на ней проводил эксперименты, в общем-то, всякие. Отец, так она, в общем-то, была суперспособностями всякими, там, паранормальными, телекинетическими. Потом, в общем-то, у нее там, ну, сюжет сам не буду говорить, рассказывать. Думаю, потом можем эту игру пройти, как раз вот. Сделать также вот такое вот прохождение полной серии все, и там плюс ко всему бонусные видео по ней делать, рассказывать там всякие, показывать и рассказывать, в общем, интересные моменты, секреты там подобные, что-то не смог найти за все время знакомства с этой игрой. Так, ну, в общем, пойдем дальше. Так. А, помню, что там же у нас дальше будет кое-что неприятное, да? Как я помню. А, пока ничего нету.
Пока что ничего нету. Так, лаборатория, дверь выглядит так, будто как будто нарисована на стене. А прямо как этот нарисованный холст из сказки Буратино. Не там рассказ этого. За которым находилась, в общем-то, потайная дверь. Ведущий куда-то там подвал, в общем-то, где там потом Буратино смог открыть этот какой-то театр, что ли. Нашел, в общем, там что-то. Ее невозможно открыть, ага. Как бы рисованная дверь, на самом деле там. Пока она просто недоступна. Потом откроется возможность попасть туда. Так, здесь еще маленький проход есть. Так, это не прочитаешь. Пусть заблокирован. Так, ну пока, думаю, заходить в медпункты пока не буду. Да, здесь тоже все пока что не попасть никуда. Лишь только наверх сходить можно и потом вниз. Думаю, стоит наверх сходить. Медпункт пока мы не сможем в дом попасть, мне кажется. О, так. Скорее всего, останки принадлежат ученику средней или старшей школы. При тщательном осмотре обнаруживается его бейджик. А старшая школа Бякудан, класс 2-4, Рёсуке Катаяма. Бякуган. Что-то, какой-то мультфильм такой, Бакуган называется. Кизами. Ты это слышала? Слышала? Интересно, что произошло с ним? Кизами. По-моему, это имя, я помню, игру проходил полностью, но я помню, что там потом с этим, возможно, с Кизами мы встречаемся, или я могу хотя бы частично забыл какие-то, в общем-то, персонаж каких-то. А чувство его удивления. Думаю, он умер почти сразу же. А потом... потом лучше не знать. Ладно, пошли. Так, ага, это, по-моему, третий еще, да, третий, по-моему, этаж, где у нас были эти туалеты, помнится, первая главе-то. Здесь, как бы, они попали, в общем-то, каждый персонаж, каждая парочка персонажей попала, ну, или троица попала, в общем-то, уж свою такую параллельную версию этой школы, параллельные измерения, и которые, в общем-то, между собой не пересекаются, поэтому эти персонажи, они, как бы, не могут встретиться между собой. Например, Наоми и Сейка не могут встретиться с вот Саюми и Йошики, и в том числе с их, в общем-то, этим сенсеем, учительницей этой. А, потому что они как параллельные измерения, они никак не пересекаются. Но, в общем, но голоса не могут слышать тем самым. Голоса их слышать могут, но не могут их увидеть, найти. Записки жертвы. 4 из 5. Я пишу эту записку липкими руками. Но я надеюсь, что вы поймете, что я хочу передать. Вы, наверное, воспримете меня как ужасного человека, но я снова проголодался. Без еды я умру. Я сделал то, чего не следовало делать. Я пообещал себе, что останусь в здравом уме. И пообещал, что больше не буду этого делать. Мне очень, 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 очень жаль. Нет никакого оправдания. И я для этого... Ой, и для этого поступка. Оправдание для этого поступка. Кровавыми руками я взял что-то хлюпающее, засунул в рот и проглотил. А что дальше, неизвестно. А, ну да, все. Четвертый из пяти частей. А что дальше, в общем, случилось? Мы узнаем, когда найдем пятую. Хотя не хотелось бы, конечно. Туалеты, девушки, барни, соблюдайте чистоту. Ясно. Так, ну, сходим по порядку, что ли. Если, конечно, получится. А, опс. А, ну понятно, да. А имя стало рядом с ящики. Ну, чё? Безумная улыбка нас уставилась в пол. Ну да. Да, стоило ради этого сходить. Чтобы увидеть какие-то там некоторые картинки, которые можно пропустить. Некоторые, в общем, моменты можно пропустить, если просто там не везде, в общем-то, все. Не все исследовать. Что-то можно проглядеть. Атмосферный. О! Что такое? Ты сама не видишь? Нет, наверное, не видит. Ничего. Показалось. Наверное. А все, больше не видеть нельзя? Ющики видят в зеркале отражение своего бледного лица. Я действительно так выгляжу? Я не показали его лицо в итоге. Хотя не подойду, показали, но что-то. Наверное, нормальное лицо. Ладно, это повторяю.
Странные ощущения, ведь я впервые в мужском туалете. Ну, понятно, почему она отделилась. В общем, точнее, отделилась, все стоит просто рядом, даже не идет. Ладно. От малейшего движения зеркало трясется, как будто вот-вот упадет со стенки. Габа, да, накренилась она. Видно вот. Ладненько, мы это пока... такое ощущение, как будто кто-то наблюдает за мной. Наверняка это всего лишь мое воображение. Я что-то не помню эту фразу. Может, я не все полностью взял. Ага, понятно. А, сейчас будет этот... По-моему, нет, не в этом. По-моему, сейкот случился там в другом туалете. Так, никто там кричать не будет? Третья дверца-то. Закрой чертову дверь! Да. Молодец, Тишки, хорошо среагировал. Эй, ты сейчас слышал этот безумный голос? Я ничего не слышала, но мы определенно не одни здесь. Лучше уйти из этой комнаты сейчас же. Да ладно, блин, паниковать. Хорошо. Ладно уж, прям настолько вот... Чё ты так себя ведёшь? Никого нет, никто не кричит больше. А это мы не увидим больше, нет? Ладно. А, ну, в общем, понятно все. О, здесь такой своеобразный запах. Ну, лучше не нюхай, значит. Тебе же лучше будет. Ну все, да, пошли отсюда. Здесь больше ничего интересного атмосферного момента не будет. Но, в общем, то, что в зеркале ее показали, лицо такое довольно... Как будто она там сошла. Чё? А, это же... Что это? Сейчас, погоди. От малейшего движения зеркало трясется. То же самое. То же самое. То же самое. Похоже на какое-то пятно, но откуда оно? Фигура пятна похожа на человеческое. Ну да. Ну как помним, кто-то здесь умер. Я слышу ее голос. Нет, нет. Пожалуйста, нет. Что с тобой? Она, в общем-то... Ну, понятно все. По первой главе. Че? Что? Нет. Ну да. Шинозаки, куда побежал-то? Да что с ней такое? Или погоди, ну там же... А, ладно. Ну, в случае правильно я пошел. Разделяться-то нельзя, да-да. Ну и ты, если... Ты в порядке, Шинозаки? Шинозаки. Такая, блин, еще же... Че, дери? Ну да. Мне кто-то вселился, в общем. Какой-то призрак. Я хочу еще, ты сделаешь все, что я попрошу. Да. Меня не волнует, что вы не виноваты. Считаете себя похороненными заживо? А как же мы? Ваша беда не сравнима с тем, что произошло с нами. Нам было намного сложнее. Так что перестаньте жаловаться. Ну все. Что такое? Ну, на общем, видимо, да, не понимает, что с ней происходит самой-то. Да тебе я не показал. Да ёпси мопси. Сопротивляйся, Шинозаки, выбей себе эту дурь. Ну, как бы смысл один и тот же, но... разными словами. Может быть, даже по-разному какой-то эффект будет. Ну, сопротивляйся, Шинозаки, скажем так. Как будто какой-то зомби, не знаю, еще звук издает. Не только как бы призрак какой-то, а зомби еще, похоже, звуки нет. Хотя нет, это призрак, а может быть.
в играх там или в фильмах. Ну да, типа похоже больше это. Потому это фильмы, где людей призраки в фильмах, каким-то ужастиках показывают, людей призраки вселяются, кто там все тот вселяется. Ух ты, нихрена себе. Ой, больно же. А я доверяю тебе. Почему никто меня не слушает? О чем ты, черт возьми, говоришь? Я не понимаю ни единого слова. Да не разде. Жуткий смех. Истеричный какой-то. Черт. Это что за? Ну все, играть. Призрак появился. Ну-ка, бы с ним общаться не надо, говорил этот белый, потом синий призрак, синего цвета, голубого точнее, что ну, нельзя общаться с красными, что они такие-то, в общем, цвет как бы зла, получается, злые призраки, а такой синеватый цвет, это более добрые, как бы не стоит с ними общаться. О, Марик, конечно, зайки еще здесь ходят, бродят, блин, да и ты-то, только не толкайся здесь. Эта бедняжка потеряла рассудок и уже не станет прежней. Одержимость — страшная вещь, кто-то забирается глубоко в вашу душу и остается там навсегда. Поэтому Марик, она ничего как бы не такой, не злой. Хотя... То, что он пессимист и говорит такое, то, что как бы не вернет уже больше нормальное состояние. Про, в общем-то, эту Аюми. Это, конечно... Может, в этом плане он не очень хороший. Так. Ну, что там? Что за черт? Внутри кабинки ужасно темно. Как будто какая-то бездонная пропасть. Ну да. На полу темное пятно в форме человека. Похоже, здесь кто-то. Это действительно пугает меня. Ну да. Ладно, пошли отсюда, здесь делать нечего. Синозаки. Да. Чувствую, что схожу с ума. Почему это произошло с нами? Но причина есть. Потому что проведели этот ритуал Садчика Санчести в кавычках. И в итоге попали. В общем-то, воспоминания этого героя. Кищинова. Черт. Что это за дым я вижу? Сейчас же выходи из этой кабинки. Какой-то суббота. По-моему, этот их учитель, то ли по скульптуре, то ли что-то. Похоже, ты снова взялся за старое. Нет, сенсей. Разве я не предупреждал, что тебя отчистят, если снова попадешь свои секреты в зубах? Извините. Ты действительно проблемный ученик. Зачем ты вообще приходишь в школу? Отрекся от родителей, живешь один, нету друзей, редко посещаешь занятия. Даже если ты ненавидишь школу, и у тебя нет права на такие поступки, парень. Тебя ведь действительно ничего здесь не держит. Так почему бы не бросить? Я не понимаю. Похоже, ты не собираешься в университет. Исходя из твоего образа жизни, я уверен, что даже мыслей таких не возникало. Я бы очень хотел расспросить твоих родителей, что они обо всем этом думают, но они ни разу здесь не появлялись. Их не было даже на первой встрече родителей и учеников. Наверное, им стыдно? Скажем так, мои родители не очень мной гордятся. Я не об этом. Похоже, они действительно плохие родители, если не игнорируют происходящее здесь. Если бы у меня были свои дети, то я бы не давал им такой слабенки, как очевидно твои родители. Вот что получается, если люди становятся родителями слишком рано. Прежде чем рожать своих детей, нужно самим повзрослеть. Плохие родители обеспечивают плохих детей. Вот почему в мире много детей, подобных тебе. Он прав только в одном. У меня нет причины продолжать обучение. Это действительно не имеет никакого смысла. Прежде чем покинуть эту школу, я должен выбить дерьмо из этого осла. Люди думают, что если они оплачивают школьные налоги, то они хорошие мамы и папы. Спешу их огорчить. Это не так. Ха-ха-ха. Что ты так уставился?
Я никогда еще не бил учителя. Но все бывают первый раз. Суббота, сенсей. Староста, что случилось? Завуч вас вызывает учительскую. Понятно. Спасибо. Синозаки, а ты отлично справляешься с обязанностями старосты. Себя так внимательно и уверенная. Нам, учителям, нравятся такие. Если будут какие-то проблемы, то я всегда готов тебя выслушать. Такой там тоже неприятный тип. Суббота, сенсей. Противный учитель. А, имя тоже. Извини. А ты на самом деле не лучше его. В общем, Аюми тоже, в общем-то, чувствует имя, да? Ты ведь хотел ударить его сейчас, не так ли? Читает мысли или по лицу, когда там будет. Когда там-то на выле будет, когда хочется кадры, когда это... Друзья, в общем, Кэти так смотрят на его лицо и сразу же, в общем, понимают, что он, в общем-то, думает. О чем думает. Было бы печально, если бы за такой поступок тебя исключили из школы. Обязательно пожалел бы за содеянным. Независимо от того, насколько тебе здесь не хочется оставаться. Просто останься в школе. Прикуси свой язык его до выпуска. Блин. Почему ты плачешь? Прости, со мной постоянно так, когда я кого-то отчитываю. Ты ведь Кичиномако нашла с 1-5. Да. Я еще на заке с класса 1-3. Прости за то, что распаталась. Ничего. Пока. Эй, ты сказала, что его вызывал завуч. Я солгал, конечно. Ну да, друг друга достойны. О, что такие шаги, блин? Тун-тун, как будто бы там, не знаю. Великан ходит. Я ведь даже не поблагодарил ее за тот день. Осознав, что мы оказались в беде, я пообещал себе, что буду защищать ее, что бы ни случилось. Видимо, это проверка для меня. Сейчас действительно случилось что-то ужасное. Ну да. О, жесть какая-то. Шагает как будто великан. А чем ты это сделал? Ответь мне! Уф. Синозаки. Прошу, приди в себя. Мы ведь собирались найти всех наших друзей и вместе убраться отсюда. Ты не можешь. Не можешь оставаться такой. Так, тепло. Кичиномакон. Что? Пришла. Семья. Синозаки, ты... О, это ты! Ты стала прежней? А? О чем ты говоришь? Да. Вот как. Да, трупы, которые мы встретили до этого. Все они раньше были людьми, незнакомые нам. Но это кто-то действительно близкий нам. Его разум заполнен болью и огонь смерти.
Потом я поняла, что нахожусь в твоих руках, и ты выжимал дух из меня. Выжимал? Как это? Белье, что ли? По-другому, наверное, это писать можно было бы, наверное. Почему бы его и просто не сказать «обнимал»? Кто-то нам близкий? Я действительно надеюсь, что интуиция тебя обманывает. А, что это не в общем-то, не их сенсей, не учительница-то. Потому что они как бы думают, что, возможно, она как бы там, да, уже не живая. Но ей на Сейка не похоже, вряд ли, чтобы она так была больна более и злобы на Наоми. Я чувствовала всю его боль. Было очень холодно, и горло полыхало, как в огне. Хотя, может быть, и с чем-то, но все-таки же. Но... А потом меня вытащили внутренности, и все потемнело. Ага. Неважно, как сильно я пыталась сопротивляться, мои руки и ноги не шевелились. Я хотела закричать: «Помогите!», но не могла. Меня сковала невыносимая боль, было страшно. Да. Соберись, Шинозаки, это произошло не с тобой. Ты жива? Я знаю. Мы обошли все здание, нам так не удалось найти ее и сенсея. Может быть, вернемся в класс? А, там призрак хотя ходит. Как-то мне не опыт говорить нужно. Да, нужно проверить. Может, остальные что-нибудь оставили? Ну да. Им заметки, которые можно увидеть в другом измерении. Ну, может быть. В общем, да, пришла на себя, слава богу. Что у нас там дальше будет? Посмотрим. Хотя медпункт проверить стоит, может, как-то за стоит, может зайти. Потому что интересная игра, это все-таки правда, о чем-то напоминает Resident Evil. Есть, что какие-то комнаты есть, которые пока попасть не можем, потом попадаем. Все всякие ключи там еще, какие-то головоломки простые решаем все-таки. Довольно простенькие. Не такие, как, в общем, как Resident Evil, конечно. Не такого уровня. Как, например, в Code Veronica или в ремейке в первой части Resident Evil и в третьей там. Так, открылся. И музыка как-то слишком громко заиграла, что ли. Понятненько. Чё-то какой-то звук здесь, конечно, не знаю, то он тихий, то и наоборот какой-то меняется постоянно. В чем проблема, понятно. Да уж, так, сохраниться бы надо. После такого точно надо сохраниться. Так, ну пошли, пока открывай. А, из медпункта слышатся чьи-то разговоры, смех. Хе-хе-хе, правда? Хе-хе-хе. Ну и сейчас мы, наверное, увидим, что там происходит. Ого! Это же это. Точно. У меня такие же чувства. Я люблю свою школу. Хи-хи-хи. Сузамото-сан, отойди от них. Анда. Тебе нужно убегать, скорее. У меня самый лучший классный руководитель. Я уверен, что вы понимаете меня. Сузамото, эй, приди в себя. Сузамото-сан, ты слышишь нас? Шинозаки-сан. Кишино-макон. Ты можешь подняться. Подойди к нам. Все в порядке. Поверьте, эти дети совсем неплохие. Отчасти, может быть. А? Они пошли через ужасные события. Прочитайте это, и вы поймете, о чем я говорю. А. Газета Тензин. Похищение 4 детей. Итоговый отчет. Виновником жестокого убийства похищенных детей оказался преподаватель, которого обнаружили вместе с трупами. Он использовал ножницы, чтобы отрезать языки своих жертв. Это и стало причиной смерти детей, погибших из-за большой потери крови и души. У одной жертвы была удалена большая, большая часть головы, содержимое черепа обнаружили на полу рядом с телом. Жесть, конечно.
На самом деле здесь, конечно, на самом деле, как помнится, уже то здесь не так все просто, как на первый взгляд. Все, в общем-то, реальные злодеи на самом деле другие. Не те, что первоначально думаешь, на кого думаешь, кого представляешь себе в качестве злодея. Здесь есть фотографии погибших учеников школы Тензин, которых обнаружили в подвале здания. У другого ребенка было пропущено, когда следователи прибыли на место преступления, крови, что-то там. После этого, кстати, обрывается, а вторая половина газеты нигде нет. Ну да. У этих призраков те же лица и униформы, как у детей на фотографиях. Призрак, который последовал нас на первом этаже, тоже один из них. Я не могу проигнорировать их печаль. Я останусь с ними. Это плохая идея, Сузумото. Тебе действительно нужно покинуть эту комнату. Сузумото-сан, прекрати. Не позволяй эмоциям взять верх над тобой. Нет, не надо. Эй, что происходит? Ну да, вот. Показали их. В общем, она без глаза, другая. Без, в общем-то, части головы. Призрак этот. Шинозаки. Черт, что они делают? Что? Используют свои силы потусторонние. Это они все обладают в этом мире. Не видим, подойти не получится. Ну, смысла нет. Не дадут. Сет Хёнка. Поехаем. На отталкиваю, да, не дают подойти. Что там можно почитать? Упаковка расставлена на большое количество каких-то лекарств. Кран повернулся жутким скрипом, но вода не пошла. А где сохранилки, в общем-то, и нету. Она в другом месте. Ну да, в общем, это что-то, видимо, что-то нужно найти. Такое. Чтобы их утихомирить, этих призраков. Тут так холодно. Я начинаю замерзать. Мы даже не можем подойти к ней. И что же нам теперь делать? Мы что-нибудь должны придумать. Эй, у тебя кровь из нас пошла. Что? Не нужно мне это говорить, блин. А что я такого сказал? Здравствуйте. Так, это. У нее глаза какого неживого человека. Вы недавно попали в эту школу, не так ли? Верно. Ты тоже сюда попал против своей воли. Прости, я не узнаю твою униформу. На самом деле, я уже давно умерла здесь. Я сюда пришла, чтобы найти очень важного для меня человека. Извините. Вас ведь зовут Нахо-сан, не так ли? Да. Ты ее знаешь? Паранормалисты и старшеклассница Сайнохи... Сайноки Нахо-сан. Кажется, ее показывали по ТВ в прошлом году. На вручении какой-то награды. Она пишет книги, да? Да. К тому же она хорошо известна как спиритист. У нее есть своя страничка с большим количеством информации об оккультизме. Нахо-сан, я ваша большая фанатка. Я постоянно захожу на ваш сайт. Я очень признательна, но обновления уже больше не будет. Это как бы так ясно, понятно. Что... Ваша последняя статья была про заклинание Сачика-сан. А, вот откуда она взяла информацию-то. Кому надо благодарить за это? Почему они попались-то?
Я все время думала, что же с вами случилось с тех пор. Видимо, она решила тоже про меня использовать это, наверное, заклинание, в общем-то, его попало сюда. Но я не представляла, что причины может быть подобные. Как-то не представляла. Ну, теперь сейчас, думаю, может быть, представить можно было, да? Тогда, конечно, до этого, как только они не познакомились, якобы, вживую с этим вот. Со всем этим. Можно спросить. Ты сказала, что пришла сюда, чтобы кое-кого найти. Да. Получается, ты пришла сюда по собственной воле. Как ты это сделала? Мне жаль, но я не могу вам об этом рассказать. Что? А почему, как бы? Сейчас куда важнее ситуация с вашим другом. Верно. Вы знаете, как спасти ее? До того, как я умерла здесь, я пыталась найти различные способы спасения. В процессе исследования я узнала, что этот альтернативный мир был создан из-за скорби и страданий жертв. Жертв инцидента, который произошел 30 лет назад. Четверо детей были похищены и убиты в здании школы Тензин. Призраки этих детей создали этот мир. Те жертвы, фото которых мы видели в газете. Похоже, что так. К сожалению, этот мир повлиял на меня раньше, чем я смогла выбраться. Судя по всему, разгадка связана с этими детьми. Если попытаться облегчить их страдания, то, возможно, вы сможете повлиять на них. Их страдания поддерживают существование этого мира. Если их не станет, то мир начнет рушиться. Ну, конечно, не только этих детей, там еще кое-кого, который потом раскроется. Призраки больше не будут мучиться, а вы сможете вернуться домой. Однако это всего лишь мои предположения. Но как облегчить их страдания? Что для этого нужно сделать? Отдать им что-то для них важное, конечно. Чтобы они поверили, что убийца раскаивается. Их убийца... Неужели? Да, убийца тоже в этой школе. Ну, потом мы увидим его просто. Конечно, призрака тоже. Серьезно? Но как же нам убедить призраков, что убийца раскаивается? Да. Получится ли вообще это сделать? Даже не знаю, с чего начинать. Да. Я советую вам поторопиться. Уверяю, что они могут сделать с ней все, что угодно. Понятно. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Я думаю, сначала нужно найти убийцу. Эй, Шинозаки, подожди. Я не очень хорошо тебя знаю, как исследователя паранормального. Однако я надеюсь, что тебе можно доверять. Благодарю за проявленную помощь. У нее пустые глаза, конечно, такие безучастные. Но сама она говорит таким слишком равнодушным и расслабленным тоном. А вот и как раз... Что, снова у нее там еще ли что-то выходит? Эй, ты в порядке вообще? Я в порядке. Просто почувствовал тебе тошноту. Мне похоже, что с ней все в порядке. Да. Думаю, дальше ей будет еще тяжелее, Шинозаки. Ей нужно скорее покинуть эту школу, черт. Почему мы не можем отсюда выйти? Все, правильно вернули. Наконец-то. Разговор здесь, конечно, мы такие длиннющие, но интересно. Так, ну что ж. О, так, а вот и он. Так, здрасте. Как бы тебя обмануть? Обманули. Фух. Слава богу, ты к нам пришел. А не мы к тебе. Так. В общем, надо найти убийцу. Каким образом? Так, может быть, можно вернуться на кота назад, что там. Хотя не знаю. Здесь уже интересно начинается. Там какая-то довольно такая сложненькая будет головоломка. Да.
Здесь, конечно, со звуком какая-то проблема, блин, настроишь, и потом начинает какая-то... В общем, что-то творится такое непонятное. То слишком громко, то слишком тихо. Пробуйте-ка сейчас это как-то... Так, вот он. А, вот это там. То музыка, наоборот, слишком тихая. Эти щелчки какие-то... Эффекты слишком громкие. Чуть погромче можно сделать. Голоса даже погромче. Ой, нет, нормальная скорость. Ну, голоса так иногда. Или даже чуть-чуть погромче. А эффект, наоборот, пойти слишком, они слишком щелкаются все. Дальше больше, поменьше сделать. Хотя, мне кажется, не влияет сильно. Ай, ладно. Бейджики. Так, а по-моему, Виктория-то нашли это. Бекудан. Всех нашли. Так. Здесь одну не нашли пока что. Да, пока что один бейджик где-то. Пропустил я. Но здесь, конечно, непонятно, кто ему пропустить. Здесь картинки-то нет этой. Не показывает там вблизи этот ящик. Что там какой-то призрак, глава призрака мелькает. Секрет его. А, понятно, как звук это работает. О, уже это. То он громко, то он тихо. Да. Работа здесь, конечно. Я просто сказать, и звук, в общем-то, работает все довольно интересно. Заходим в комнату, какую-нибудь тихую там, например, вот эту вот, где звук пропадает. Потом мы уходим, наверное, там звук снова как-то регулируется в соответствии с настройками, да? Хотя еще тут знает, как там. Ну да, сейчас снова. Тут тихо, в наушниках, то громко. Так, да, уже поговорили, что вернуться нужно как раз вот тут. Класс. Сообщение для Вит-сенсей все еще без изменений. О, похоже, она не возвращалась. Как-то не верится, что она до сих пор ищет на Кащему. А, Наоми как раз вот. Что они слышали крик же ее. Видимо, она, это как раз вот крик, когда она там, в общем-то, увидела Сейко-то. Повешенную. Конец первой главы, красоты. Так, значит, ничего здесь нету. Так, он да, здесь какие-то. Где он? Где еще написали сообщение? Какой стороны этого столика учительского? Будем так называть. Ага, так. Ну, хоть так. Ну, это же, где мы нажимали. Что-то вообще какие-то предметы должны указываться. Газета есть. Ну да, в общем, как раз можно видеть эту вырезку из газеты. Фотографии 4 убитых и детей, которые предала Майю. Ну да, в общем, все эти трое. Что-то какую-то, в общем, нужную вещь какую-то, по-моему, найти. Так как ее найти, никаких подсказок особо и нету. Ну что, плохо. Нету подсказок, что делать. И, по-моему, карты особо-то нету. Так, ну-ка. Придется что-то исследовать. Куда-то попасть. О, что-то я нашел все-таки. На полу лежит голова старомодной куклы. А, вот. Ну, взять ее. Ну да. Да, берем. Чужие мысли их раздаются в голове. Именно так кукла пытается что-то сообщить. Что это такое? Я слышу чей-то голос. Верните мое тело. А, ну да, через еще куклу нужно найти. Только не так просто это сделать. Вы взяли куклу голову, голова, в общем. Да. По-моему, что-то она будет говорить. Какие-то покушаем какую-то подсказку, где найти остальное тело. Это и куклы. Не помню, картинка, да. Намек на этот случай, в общем, да. Жутковатая. Здесь, по-моему, нельзя. Не пускает нас. По-моему, нужно будет, да, сейчас идти дальше, где-то вот подсказка какая-то будет, только вообще понять, точно, хотя
помню, где-то он может будет находиться, эта часть тела-то. Надо будет еще как-то напомнить, сюда или сюда. А, вниз нужно. Так, музыка снова куда-то стихла. То она звучит, то она... Сохранить на этом месте бы надо, думаю, что ли. Так, время тоже 45 минут. На этом серию можно закончить. Потому что там дальше искать идет части куклы. Потому что глава еще не закончена, вторая. Так, всего там 5 глав. Второй главе у нас, по-моему, еще... В общем, нужно еще как-то тут мою помочь. Найти, в общем-то, какую-то куклу, в общем-то, и вернуться к ним. Думаю, надо к этим вот призракам. Медпункт. А куклу, в общем-то, самое сложное, как раз будет куклу найти. Там будут подсказки определенные, но, в общем, нужно как-то их разгадать правильно. Чтобы понять, в общем-то, местоположение, где нужно искать, где нужно, в общем-то, будет... Что, какое место исследовать, чтобы найти тут... По-моему, какое-то потайное место, где куклы будут спрятаны, что ли, если не ошибаюсь. Ну, в общем, думаю, этим займемся в следующей серии, наверное, пока эту серию закончим. По счету, которая будет у нас, получается... по-моему, пятая серия. Да, пятая. Хотя, может, и нет. Ну, или пятая, либо четвертая, мне кажется, все-таки пятая серия. Так-то прохождение игры Corpse Party. Нет, да, пятая точно. Bloodcover Repaired Fear. Увидимся в шестой, где мы продолжим проходить, и думаю, точно закончим проходить вторую главу, где тоже на почти что половина игры будет пройдена. Она такая коротенькая довольно, но интересная. Но при этом сложные, конечно, это здесь некоторые головоломки эти, как бы, они как бы кажутся простыми, на самом деле не такие прям простые, нужно голову поломать. Особенно вот с поиском этой куклы. Первая такая сложная головоломка в этой игре. В общем, это все. Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику, без мат оскорблений. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч. Like a diamond in the sky, when the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle.